clinker. A next blitzing. What is this? A game of some sort? Master of Beasts. Ice, behold the scourge of Icewrack. King of the desert. One way follows another. Здорово, 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 ребятушки, всем добрейшего вечерочка, традиционно на чешарчике и ноте всем добро пожаловать, давайте посмотрим, что у нас тут получится. Вот до сих пор сижу и ни хрена не понимаю, кто я такой. То есть, понимаете, сингы или не сингы, вот в чем вопрос. Здорово, Туки.
ты енот. Енот or not? Ну, короче, непонятно, что делать. Маг. А вот я не уверен, нас надо смотреть обилки. А маг, в принципе, в итоге сильно очень выходит. Но когда тебе прокают вот такие юниты, ты думаешь, нахрена тебе всякие маги? Это когда в два соберется, по крайней мере, это мне миллион хп засейвит. Пусть... пускай сейчас, да, не со всеми на победку играем, но... Боже, вот это вот зря метание. Не, нормально, пробили. Ну, левелапнуть я никак не могу. Давайте посмотрим, что само зайдет. Починимся. Здорово, казак. Здорово, здорово всем. Что-то очень мало хп. Я не знаю, как они все собирают. Вот эти вот ребята. Вот это вот все. Вот это вот все. Блин, Т2 бист был бы с Марсиком. Квина без компендоса. Так ни у одной квины компендоса нет. Вот сейчас в этом лобби. Ну, короче, вот так вот. Я до упора буду драться, мне плевать. Можно было, конечно, это века продать. 4, 6, 7, 8. Ну так, но я не готов, да, вот это продавать. 2, 4, 6, 8. Никак не выходим. 9. Дубликат Сина не отдам, потому что я не уверен, а кто я до конца, Син или Дракон. Вот в чем вопрос. Здесь все держат Виктора по чуть-чуть, не могут разобраться, что они такое. Лоух у меня пока дефает. Но он тоже подбирает и Синов, и не Синов. И Драконов. Такое себе. Срал, капнулся. Это нам о чем-то говорит? Апнутый сралк. Наверное, что мы больше хотим быть сином. Предмет, естественно, брать не хотим. 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть я за это могу выйти в эко. Еще козу сверху прикупить, да? Отпустить драконов. Мне сильно нравятся больше, чем драконы. Давайте. Козу еще приберем к лапкам. Ну, сильно здесь Марсов тяжело пробивать. Выход в эльфа прям такой просматривающийся. Хотя 10 раз это все смениться может. Но нет, он хочет эльфа. Хусик убрал, в десятку вышел. На стрик сел. Стрик я не сбил, жаль. А, в эко я не выйду. Дефать мне тоже особенно нечего. То есть стрик я не собью, дефать нечего. Даже не знаю, что правильно сделать. Син этого поставить, элемчика. Второй раз я к нему не зайду. Будет ли элем усилением или бист какой-то. Даже хз, один ролл нажать могу. Ну, толку ноль. Под богами Клокверк и Марса. Душный Марс, конечно. Тут основная проблема, прикиньте, вот именно в Марсе. Ладно, он самый сильный. На стрике много денег. 49 уже, да, против 42. Ну, я проигрывал много, понятно. Мне бы вот запад, да, морфлинга, брат Румчика. И я, в принципе, уже норм. И, в принципе, я уже норм. Козочку хочется пробузить. Так, еще раз, даргиров у нас никаких нету, то есть играем мы, что дадут. Идеально нам Випенсмит, лазер, бабки. Как-то так.
На худой конец просто бан. На худой конец просто бан. По деньгам выйти в тридцатку я не могу. А этот выходит. А этот выходит в тридцатку. А тут, в принципе, и так должен по любасу дефать. Хотя... Ну не, ну все равно здесь с лихвой. Ну, очевидно, вот это. Хотя можно и вот это брать, но лазер. В идеале, конечно, победить. Сундуки открывать не буду. Могу Сларку вот это выдать. Ля ты крысюк. Я зачем этого разора беру? Я не буду этим играть. Я очень хотел сейчас что-нибудь наролить, то есть закрыть эти. Один оф, один оф. Морфлинг один оф. Вайпера надо найти. Больно, я вижу, что больно. Возможно, даже престов поставить не ошибка сейчас чуть-чуть. Все сильные. Еще непонятные обилки взяли на лайт, похоже. Я до сих пор могу, да, чуть рольнуть. Пиу! Да хрен с тобой, еще один раунд. На удачу, Рики. Да, не очень удачно. Мяч даже хант пробьет. Почему? Потому что предметов нету. То, по идее, я это должен салат пробивать, но... Не так страшно денежку. Козу придется отдавать за денежку. Не знаю, с этим ли или нет, но вообще должен скоро усилиться. Просто тогда. Вот так вот. Кого-то я пробиваю? Серьезно? А. Тоже в лейт собирается, ищет хумов. Кек. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Но мы в эко за козу должны выйти сейчас. А после бана троллей паролимся. Здорово, злой сипар. Какая механика у лазера? Тут написано 75% шанс, что ролл будет стоить одну монету. Но юниты будут падать на 2 курьер левела ниже. Вы чё так рано? Сегодня вот так что-то рано приехал. Так получилось. Так через час дома буду. Ну ничего. Вот надо чена убивать, пока бед нету. Или поздно. Беда случилась. Минус коза. Так, ладно, из плюсов я соло син. Из минусов мне не нравится то, что вот этот уже много наролил. И хп у меня 65. Я на сине должен больше дефать хп. Конечно, проблема. Ну, один оф, один оф, один оф. Это бы сильно меня вытащило. На этих ребят. А тролля в пуле же у нас есть. Тролля в пуле есть. Но есть так есть. Да боже, ну закройся, пожалуйста, кто-нибудь. Хотя бы так. Хотя бы так. Здорово, Арчик.
Чё, поздравил от меня жену с днем рождения? Или она меня слышит? С днем варенья? Как отметили, как сегодня потусили? Да, сейчас слышит. С днем рождения, всего-всего-всего. И еще чего-нибудь. 15 рики надо наролить. Могу бан дать. И чуть паролить, либо без бана. Надо, короче, с баном, даже если в минус чуть уйду, найти хотя бы рекосу. И вайпера, да, не скипать? Я пофиг ролю. Все, вроде норм. Вроде. Но это не точно. Ладно, 4 хороших юнита, плюс... одна мусоринушка. Если он копнет, какнет, это будет круто. Во, в луже стоят. Не все в луже, но в луже. Хорошо. Должны справляться. Сралки, главное, работайте. Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Минус фура, хорошо. Что-то не идут сены. Почему 6 сларков? Нормально, терпимо. То есть я только бан сделал. Зачем я этот сундук открыл? Ладно, открыл и открыл. А вот тут вопрос, что брать? Может вообще ничего не брать? Хотя еще один Blade of Alacrity. Корона, в принципе, и так нормальный предмет. Словно будем считать, что с Викон Смитом его открыли. Да, так лучше. Блейд... Или корона, здорово, Фобос. Может, мы еще кого-то победим? Я не уверен, да, лучше ли Сларг будет бары. На текущий момент. Но если что, продавать есть что. Стучка не угадал. Но я вроде сильный. 3 мага, умы. Котел скастит, разор скастит, даже много скастит. На большой радиус. Второй раз котел не скастит. Ладно, при своих бабках остались. А, надо найти вайпера и левелапнуть. План такой. Вообще можно левелапнуть и поискать вайпера. Тоже неплохой план. Ладно, один ролл могу нажать. Ну, пускай не самый удачный. Но при победке мы даже выйдем в эко. Держи, Сларк, на победку. Просто на победку. Хотя, возможно, и кольцо стоило брать, клока. Ну, тут все предметы хороши, но хочется зацепиться за победку. Это важно. Тучка удачная. Да, мы тут побеждаем. Стрики никакие не сбиваем, окей. Умы. Умы. Умы, эльфы. Т2, ТБ в шестом. Прикольно. А с чем? С элиткой. Ну тогда норм. Но он страшный парень. Даже для меня страшный. У меня много сларков, конкурентов нет. Починимся, думаю, да. Еще чуть-чуть надо паролить. Вдруг вайпер. Да ладно. Ну все, хватит. Вайпер будет приличным усилением. Я боюсь вот этих вот эльфов. Типа прям вот так вот как-то поставить на эльфа. Ну то есть здесь эльф сильный, и здесь эльф сильный. С этим деремся. Привет, енотам. Здорово. Неплохо сыграно. А как? А, это... Стоп. Как? Нет, все-таки как? Как Сенкин копнул и никому урона не нанес? Посмотрим по поводу худа. Огр Кейп тоже полезен. Под худ эти колечки брать слабо, потому что
Вот эти ребята дадут еще всему лобби жара, особенно вот этот вот. То есть он соберет Т3 Фуриона и что нам? Держаться за жопки крепко придется. Вайпер бы очень не помешал. Прости, родная. А, на 20-м я должен много сролить, попытаться закрыть Сларка. Ну, там видно будет. Это, кстати, тоже страшно. Ты в тучке? Ты даже не в тучке, ну ладно. Морф, давай критани там разочек другой. Красавец. Зато стрик набили. Плюс пару шекелей, да, на следующий раунд. Все, вайпер, сларк. Сларк, давай закроемся, надо. Прям сейчас. Enchanted, I'm sure. Водичка Рики. Лочим. Думаю, что это можно лочить. Либо вот это продать, Санкинга. А сколько там вытащил вот этот Санкинга? 6. Смотря какая обилку дадут. Короче, если что, я готов скипать. Ну, мне хотя и тот нужен, да, я обоих буду купать. Значит, просто лочим пока. Лок. Ничего брать отсюда не буду. Не знаю, бабки либо Владимирку. Но нет. Получается, элитка мне не очень нужна. Если только отказываться от морфинга в пользу... Да нет, ну это бред. Очень нужен Сларк. Мне сейчас пока не влазит и Баруба найти. Так, надо подумать. А, не нашли Weapon Smith, надо брать вот это. Окей, мы более-менее сильные. Мне точно нужен рекосик 2. Морфинг идет, до шейкера еще рано. Шейкер скипаем. А, точно. Санкинга скипаем, одного шейкера. И все. Жалко стрик терять. Но я пытался все сделать, чтобы стрик задефть, кроме того, чтобы открыть предметы. СК точно в минус. Максик проводит рейд компании 43-х человек. Здорово, ребятушки, кто только присоединяется. Велкам. Два оф Рики, два оф Морфлинг. Могу ли я ролиться? Не похоже на то. Предметы открыть, посмотреть. Ну... Хороший предмет, правда? Здорово, ноточка. Здорово, Паш. Ой, там еще это зарядка. А, нет, не зарядка. Ну ладно, пойдет. С магами это плюс пайпа. Но в целом, да, я чувствую себя в говне, потому что у меня нет троек. И нет, нечем пробивать мессы. С эльфом вообще плохо деремся. Что делать-то в такой ситуации? Да ролиться вроде хочется. Но как кто-то из них придет, надо будет ролиться. И проходит ли у меня вот этот парень, или все-таки здесь будет нага? От кого мне тотем?
Мне не нужен тотем. Скорее всего, не нужен. Надо попробовать найти вот бару хотя бы, да? Выйти потом в левел после 25-го рекосика поставить. Этих как-нибудь найдем. У нас, по-моему, в пуле есть монополия. А, нету монополии. Ну ладно. Восьмой 34, там стола почти нет. Хорошо, но это 6 маг, да? 3 маг. С пайпа. Ну, мне даже 6 маг, наверное, не должен быть сильно страшен, потому что у меня пайпа. Мне страшны только эльфы. Нужно пробить эльфийского мяса. А останется ли со мной шейкер? Большой вопрос. Против вот этого вот всего? Или я хочу селедку? Возможно, селедку. Отпускаю шейкера пока что. Может, 2 рики будут стоять. То есть нагу закрыть выглядит планом. А, как бы все страшные, но ко мне давно не заходил эсэфчик. Я как-то вот все равно хочу сюда, да, стелить. Очень давно не заходил эсэфчик, а это страшно. Вроде с остальными дерусь нормально, ну кроме эльфа. Хотя выгоднее... Ну ладно, нормально. Шейкер. А во что это здесь выйдет в конечном итоге? Дизраптора нет, шаманов не будет. Боги есть, туренов не будет. Ну терпимо. Пока сильный сларк есть, пока мэджик резист есть. Могу восстановить эко. А, наги точно нужны. Рикосик. Рикосов мне нужно будет, скорее всего, даже еще один. Еще искать дубликат Рики. Это точно не будет лишним. Вот это вот надо выбивать побыстрее. Да всех их надо выбивать. Все они страшные. Тоже с деньгами. Тоже 10 уровень. Но без денег. А что он не нашел? Я не знаю, какой у него план, но он ничего не нашел. Зевса эльф поставил. Вот это наглость. Еще одно колечко. А, не открывать этот сундук, он мне все равно, да, ничего не даст. Ну, можно маленькое пробитие мясов найти, но я думаю, что можем понадеяться на next level. То есть, в любом случае, я поставлю сейчас рикоса, как минимум. Поставил. Проверяйте. Но все равно хочу сделать вот так и поискать хотя бы нагу. Я боюсь и Вайда. Ой, это Вайда СФ. Да-да-да. Мипаря. И еще много кого. Зевс без блинка. Блин, не хватает урона, чтобы яблочки выбивать. Еще жрет, как не в себя, 12 хп отожрал. Void Stone. Ну, наг я пока оставляю. Раз эльф, два эльф. Непонятно. Марфа надо будет найти, что-то еще думать. Фу панда, здорово, Констант, привет. Зевс с блинком, с догоном. Страшно. Сларк, жми сразу кнопку.
Ты два Зевса вытащил. Тот чувак, который без денег, похож, да? Ну ладно, наг я поставил от этого дерьма. Они же не видят, где крыса стоит? Нет, не видят. Крысу они видеть не должны. Подроливать Рикки не хочу. Надо левел выйти там подроливать Рикки. Возможно, даже Турен может чуть помочь. Вот этого, конечно, немного боюсь. Поставить сюда тучу. Как раз под этого. Под СФчика еще, да? Вот это страшно. Не знаю даже, как мы подеремся. То есть тут тоже будут атакиров потом мессы. Бара, нужно башить. Не так, не так, не так! Бара, ты меня неправильно понял. Ой, Бар, балбес. Ну надо же было так засейвить СФа. Просто у меня к нему куча вопросов. У меня нет Элдер Титана, этих я не закрою. Возможно, каких-то варлоков потом сыграть. Огр Кейп Алхимика. Да, вот у нас вот такой шмот, а там... Ну, то есть 30-го нужно что-то полутать. Попытаться. Да, все равно нужно ставить. Здесь непонятно. Вот под этого еще. Ну, здесь тоже Брингу, здесь все, тоже непонятно. Сюда, по идее, попали кучкой. Боже, мы вообще не попадаем. Вот антимаг. Мисс, мисс, мисс. Там не настолько много миссов, насколько мы не попадаем. А, сейчас что-то придется жесткое делать, чтобы... Ну, надеюсь, Weapon Smith. Не знаю, может быть, Шрауд. Бар на совесть, выполнил приказ. Какие вопросы? Ну, короче, он неправильно понял. В общем, в армии за такое бы исполнение приказа все равно был бы наказан. Я не знаю, как его наказать, уволить. Думаю, не самый лучший варик. А что я хочу? БКБ пробить миссов. Очень хочу БКБ. Как вот, как? Трое нашли Зевсов. Трое нашли Зевсов. Двое, причем в девятом Т2, в десятом нашел Т1 Зевса. Классные ребята. Эльф вытащил темпларку Т2. У меня никакого пробития миссов нету. И с этим есть проблема. Командир, приказ плохой. Ты серьезно? Ты думаешь, что в армии такой про канал бы сказать? Командир плохой приказ отдал? Ну точно сразу бы под эту. Под наказание. Ничего мне из этого не нужно. Виспы просто. Сларку Аджор. Рефрешер. Не думаю, что это меня спасает. Рикки, давай тучку уже по центру придется оставлять. Как раз в Энигму. Минус Зевс, Чена нету. Энигму надо убивать. Там инвокер соло, да, нас душит. Рубик на Зевсе? Серьезно? Ну я ничего не могу эльфу сделать. У меня даже нет идей, как с эльфами драться. Азикс, Алекс, здорово. Здорово.
Не, все равно сюда давай ставь. По центру прям. Темпла. Ну, это жесткий. Медузу, может, убьем? До коста бы медузу убить. Убьешь ты медузу под эльфами. Ну ладно, мы кого-то успели поубивать, да? Темпларк нас все равно развалит. Мы хотя бы попробуем. Левелап надо что-то доролить. Три коса хотя бы еще одного. Пожить в ролице, да? Попытаться вайпера найти Т3. Насколько это будет полезно? Бабочки нет же у нас. Нету. Мясов нету. Гоу. Рикос по ролям. На, пока так. С тучкой вроде более-менее ничего. Чена там нету. Но кучно стоим, конечно, отвратительно. Инвокер сейчас одну волну даст. И у нас проблема. Так, минус Зевс, хорошо. Так, это меня не добивает. Кто-нибудь, может, вылетает? Никто вылетать не хочет. А я могу отлететь на Next легко. Левел селедки мне, наверное, не важен. Решил бы БКБ, но с такими предметами на стене, то есть это все мои шмотки. Вайперы попытаться дособирать свои спами. 6 голды есть. Шейкер я вряд ли поставлю. Селедка какой-никакой, конечно, ап, но и это меня да убивает сейчас. А, тучки неплохие. Может, хоть подеремся подольше. Это нужно побыстрее убивать. Минус раз. Минус два. Пойдет. Минус три. Ой, идеально! А вот и с эльфами, да, теперь подраться нашли. Все, я доволен. Топ-2. На сине без всего. Это великолепно. Это просто... Муа! 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 Голый син на топ-2.